Друзья, мама приступила к еде. Вот. Кушает пиццу, начала. Кушает. Проснулась. На запах, так сказать, да? Очень вкусно пахнет. Сейчас тоже буду кушать. Ну как, расскажи, хоть вкусная пицца, нет? Вкусно. Там идет курица попал, что-то. А там мясная, а там может быть и говядина, и курица, и свинина, баранина, там все вместе, короче. Вот. Тут вот стоит сок, можешь тоже, если хочешь. Ладно, друзья, приятного аппетита нам, будем кушать. Друзья, мама проснулась, помылась, и я ей сделал вот такую вот укладку. Смотрите, у нее волосы тонкие, редкие. Использовал средство, сейчас покажу, какое средство я использовал. Очень хорошее средство, Джон Фрида бренд. Благодаря этому средству вот получается вот такой объем. Просто наносите на подсушенные сухие волосы, и берется расческа, брашинг, и делается вот так вот. Волосы переворачиваются. Ну, я сейчас вам покажу, как сказать, технологию. И вот пушистость, пожалуйста, никаких проплешин. Вот, друзья, вот такое вот средство купил я ей. Так, сейчас что там написано. Вот такое вот, смотрите, мама зевает. Очень хорошее средство, объем прям просто конкретный. Мама снова приступила к пицце. Такая вся счастливая. Укладку я сделал. Сидит теперь, ест, наяривает пиццу. Я говорю, пошли сходим, говорю, куда-нибудь, в каком-нибудь кафе. Отель-то большой. Сколько ресторанов, кафе. Я говорю, пошли сюда. Нет, не хочет идти. Она не хочет каблуки одевать. Вот и все, друзья. У нее очень высокий каблук. Она их не хочет одевать. Поэтому не хочет никуда идти. Да, с утра в город. Ну ничего, потом все равно пойдем куда-нибудь в следующие дни. Да? Посмотрите, какой красивый объем. Видите? Сейчас покажу. Смотрите. Это вообще средство шикарное. Очень шикарное средство. Вот так вот. Ладно, друзья, пускай есть. Друзья, сидели мы. Смотрели телевизор, смотрели красивый вид из окна. Вот мама тоже смотрит, сейчас покажу. Мама, помаши ручкой. Посмотри уж. Смотрю на погоду. Вот. Кушали вот пиццу. Картошку по-деревенски кушали. Подошли мы к бару. Посмотрели бар, что здесь есть. А есть здесь многое. И выбрали мы вот этот вот напиток минеральный. Очень дорогие. Вода природная. Корстон. Какая-то брендовая вода самого отеля. Сейчас будем дегустировать. Мам, иди. Давай, мам, приступай. Бери. 5 минут подожду. Если умру, так...
Вода, кстати, газированная. Ой, какая крепкая. Крепкая. Газа много. Крепкая, правда. Ну как? Может шипит. Шипит. Водичка как на вкус? Ничего, нормально, пить можно. Пить можно? Много газа, да? Мама такая в расслабоне конкретно пришла, сегодня так завалилась и спит. Ну я тоже вот завалился, конечно, потом. Устали мы сегодня, ехали вообще тяжело. Три утра встали, никакие, просто мы вообще просто... Даже видео делать было совсем лень на самом деле. Еле-еле делал видео, просто... Зашли в отель, нам уже не до радости было. Мы уже это, зашли, лишь бы нам быстрее спать, поесть, помыться и все. Да, а завтра вот все. Уже у нас будет реальный день экскурсии, выставок. Кстати, нужно сходить, знаешь, куда? В музей, где стоит карета, оригинальная карета Екатерины II. Вот. Всем привет! Мы проснулись. Сейчас принесут нам жрачку. Вот лежим, отдыхаем, ждем. Мама уже расчесалась, зуб почистила. Вон отдыхает. Мам, всем привет, скажи. Помахай ручкой. Привет. Добрым утром. Вот так вот. Хорошим настроением. Что-то говорит там. Добрым утром, хорошим настроением. Да, вы поняли. Вообще шикарно, просто шикарно выспались, да? Угу. Мама даже не укутывалась в одеяло, в комнате так тепло, так хорошо. Прям просто легла вот так, халат и спит. Ладно, давайте будем ждать. Ну что, друзья, привезли нам завтрак. Посмотрите, на каком красивом столе нам привезли. Вот наш завтрак. Значит, тостер с картошечкой фри, яичница, помидорчиком, тут редиска, что ли, зелень какая-то, у меня то же самое. Петрушка. Потом чай, чайничек, лимон, там сахар, вот салфетки. Сейчас будем завтракать. Мама, готова завтракать? Да. Да, уже быстрее хочет ехать в город. Ладно, будем завтракать. Ну что, друзья, мы позавтракали. Завтрак был очень вкусный. Нам очень понравился. Так, а сейчас мы одеваемся и идем на улицу Баумана. Вроде я правильно сказал. Это центральная улица. Самое главное, это как московский Арбат. Вот, будем гулять. Вот, так что оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Поехали гулять.